Всем привет! Сегодня мы попытаемся проверить такой факт, что снятие наклейки при помощи нагревания и ее зажигалкой осуществляется намного быстрее. Приступим. Вот у нас две заготовки. То есть, если взять здесь, то отдирается с довольно-таки существенным усилием. Если же мы все это дело прогреем, оно пластиковое, вот в месте прогрева намного быстрее идет. Так что я думаю, что да, все-таки для прогрева можно использовать зажигалку. Так, тут у нас еще остался на дне вот такой вот клапан. Заварили. Ладно, пускай тогда остается. И остается вот такой вот налет после наклейки.